приобрел себе Gladiator Pro 12.6. Такой туринговая версия, которая идет чуть-чуть пошире. И сейчас впервые надувакаем. Я подключил к автомобилю компрессор, это белорусский, и потихонечку себе надувакаем. Полчасика будем гребать. А потом в туры. Я надеюсь, эта штука меня не задрочирует, потому что это самый дорогой матрас, который я такой видел. Сейчас будем драйвить с байдарочниками. Если, конечно, вот это вот все не зальет. Так, о, тут на борту пишет. 12,6 фута, 384 сантиметра, 81 сантиметр ширина и водоизмещение 350 литров. Грузоподъемность у него 140-150 килограмм. Вот так вот. Мой вес 80 сейчас, плюс-минус. Думаю, пойдет. Большая багажная система на 6 точек. Раньше в туринговых были багажные системы, там 4 и тут 4. Сейчас нет. Изменили, сделали одну на носу. Она считается как туринговая, двухместная. Выдерживает 26 или 28 PSI. Порядковый номер. Как у автомобиля, ВИН-код. Есть эта штучка для пяточек. Давать угла. Оу, Че еще? Ну, лиш и все остальные запчасти коробки в багажнике. Здесь финчик. Такой он уже длинный. Раньше были где-то вот такие, на сантиметров 5 короче. Ну, на 3. И в комплекте супер-пупер крутое карбоновое весло Pro. Я его еще не разбирал. Ну, карбон здесь только рукоятка. А лопасть, или как она там правильно называется? Лопасть пластмассовая, пластиковая. Так, смотрим, что-то у нас давление. Давление нормально. Что, я думаю, пока пусть все передохнут. Пойдем тут с кулыком. Оу, аж легче. Так, что? Ну, все очень высокого качества. Это Gladiator. Китайщина, но типа качественная. Сейчас пусть еще 20 минут разомнется, и потом будем надувать уже высокого давления, где-то до 20 PSI. И обещают жесткость, как у пластиковой, как у твердой доски. Ну, посмотрим. О, скоро будем ходить по воде. Да, красиво дизайн изменили. Сейчас, кстати, чекнем, что тут на дне. На дне ничего. Обычный матрас Intex, только с новым дизайном. Ну ладно, сейчас покажу еще, что в багажнике. Пуньк. Так, тут это от компрессора всякие приколюхи, это от другого матраса. У меня матрас, короче, завались. Сумка вот такая на плечи. И вот насос, Gladiator, вроде двухсторонний, также можно сдувать. Ремкомплект, лиш. Это такое стандартное, короче, ситуевина. Так, ты сюда, ты сюда. Ну, за эти бабки $590. За эти деньги это офигенский комплект. Поэтому must have, типа, кто хочет сапать. Элитные саперы. Так, ну все, будем финишевать. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите видосики с этого супер крутого драгущего матраса. Кайф.